Важная победа для того, чтобы прервать серию из ничьих. Хоть это другой турнир, это кубок, но тем не менее это было важно для того, чтобы набрать ритм, начать побеждать и также проверить разных игроков, в том числе молодых игроков. И надеемся, что мы сможем должным образом подготовиться к следующим матчам в чемпионате и продолжить побеждать. Роберт, как вам станица? Первый раз, я думаю, здесь. Италия, что скажете о Италии, Италии. Мне нравится приезжать в такие места, и также хочу отметить, что так как у меня не получилась карьера игрока, я начал работать тренером очень рано, в 14-летнем возрасте, и я тренировался на различных полях, точнее работал на различных полях, на различных стадионах, поэтому это очень важно, чтобы футбол везде развивался, и также очень важно, чтобы приходили болельщики, и, как правило, в таких местах болельщики действительно приходят и показывают искренние эмоции, поэтому поздравляю вас с этим, что вы смогли собрать болельщиков на стадионе, и надеюсь, что вы будете в будущем продолжать развиваться. Подскажите, пожалуйста, сегодня помог ли вам победить опыт футболистов, которые играли в РПЛ и в других дивизионах уровня повыше? Да, конечно, это всегда помогает, когда есть в вашем составе опытные футболисты. Но мы сегодня играли против молодых игроков, которые всегда очень мотивированы. И поэтому иногда это может нивелировать уровень, разницу в уровне. В первом тайме соперник играл достаточно собрано, они выдержали там первого тайма. Видно было, что во втором уже заметнее чувствовалась разница в классе и в опыте, но особенно после третьего гола, но в целом соперник держался достойно, и нужно всегда предельно собрано играть против молодых мотивированных игроков.